Всем привет! Сегодня сейчас у меня будет вторая стирка уже постельного белья. Вот, ну, сегодня мы уже, так сказать, с вами виделись, но, так сказать, еще раз вас приветствую. Вот буду стирать вот постельное, также детское такое одеялко, вот буду стирать. Вот, буду стирать уже порошком. То есть я вот так буду, так сказать, разнообразие, чтобы было, не стирать одним средством. Вот. Ну, капсулы, кстати, мне безумно понравились, я прям вообще. То есть капсулки, вот я буду пользоваться и покупать в будущем тоже обязательно буду. Хочу также Ариэль купить для чувствительной кожи, попробовать еще зеленые, универсальные. Ой, запах, конечно, супер. У меня прям, знаете, белье прям сейчас благоухает на всю комнату. Вот запах вот мне очень понравился. Ну, качество отстирывания, конечно же, тоже. Вот, ну, самое главное, что, конечно, очень удобно, просто кинул, так сказать, капсулу, диск в машинку, загрузил и включил. Даже кондиционер не нужен, вот. Поэтому буду обязательно покупать и пользоваться, вот. Но я решил, знаете, ими стирать чаще постельное, потому что постельное как-то... Я... Чтобы постельное пахло, вот. Обычную вещь, в принципе, можно порошком стирать. Вот, ну... Поэтому как-то так. Обязательно еще буду покупать такие. Мне очень понравились. Вот. Так, ну это просто про диски сказал. Вот, ну, сейчас я буду стирать порошком постельное. Хотя можно было и диском. О, господи, можно было и как бы... Ну, это капсулами буду называть. Можно было и капсулой, но как-то не хочу я дважды использовать капсулы. Хочу порошок. Вот. В следующий раз, когда буду стирать постельно либо полотенце, обязательно буду стирать только дисками, либо капсулами. Потому что, мне кажется, для постельного вообще идеально подходит. Вот. Ну, или для каких-нибудь там вещей таких для, на выход. Вот. А домашние вещи, в принципе, можно стирать обычным порошком. Вот. Ну, ладно, в целом, короче, вывод понятен, что капсулы супер. Точнее, диски. Блин, капсулы, диски я путаю. Ну, короче, если я буду говорить капсулу, просто не обращайте внимания. Вот, порошок, ну порошок я уже повторялся, видите, он у меня просто довольно-таки недели полторы, наверное, может недели две стоял в открытую, вот, из-за этого он стал немного уже комковаться, вот. Поэтому пересыпал в контейнер наконец-то, вот он у меня стоял открытый, вот, видно, что, кстати, аквапудрой прям видно, он мелкий-мелкий, то есть прям мельче, чем остальные порошки, это хорошо. Вот, так, ладно, насыпаю. Запах, конечно, мне очень нравится, запах супер. Насыпаю, не очень удобно. Не очень удобно левой рукой, но ничего. Вот столько насыплю, много не буду сыпать. А, и кондиционер Ленор уже начну использовать, потому что он у меня уже давно лежит тоже. Начну использовать, тоже интересно попробовать, потому что для меня это новинка. Вот. Ну, сейчас, наверное, залью, как она воду наберет. Все, вот столько порошка закрываем. Так, включаем. Я даже не знаю, просто на какую программу ставить. Вот постельную у меня. Либо поставить на ежедневную, либо на хлопок. Не знаю. Но давайте попробуем на хлопок. 800... А, да, на 1200 пусть уже стирает. Вот. Сейчас посмотрим, сколько она взвесит, и уже определимся с программой. Так, ну определился с программой, буду стирать на ежедневно, потому что хлопок все-таки долгая программа. Поэтому пусть постирает на ежедневно. Так, ежедневно, давайте 60, наверное. И вот так вот. Вот так вот, и сейчас кое-какую я, так сказать, кое-что сделаю, вот. Так, все, теперь я выключаю. Включаю и выключаю функцию суперполоскания. Теперь она у меня будет стирать час 16, но при этом будет 3 полоскания, но без супер. То есть, как бы это я сам так... Как бы так придумал, вот. Так как здесь нету просто
отдельных полосканий, то есть тут нет возможности выбирать полоскание, вот. Но при этом есть такая функция. То есть можно поставить на супер полоскание, потом машинку выключить, и при отключении этой функции выдается час 16, это значит, машинка будет полоскать 3 раза, но при этом будут обычные полоскания, то есть никак с функцией супер полоскания, вот. Это как бы такая функция встроенная, это потому что здесь же нету, как я говорю, полосканий отдельных. Вот, то есть эту функцию я сам ношу. Прям, смотрите, вода прям так хорошо течет, прям на белье. На белье прям. Да, вот это вот мне нравится. Это получается, знаете, как в Бошах. Вода же вначале прям на белье. Здесь также получается, потому что вода сверху льется. Это хорошо. Все, смывается наш порошочек уже. Немного мы потрясем. Вот эти, кстати, гранулы, кажется, что черные, но они темно-фиолетовые. Вот. Так. Все, видно пену. Порошок уже попал в барабан. Сейчас 14. Думаю, воды будет достаточно. Прям пена. Так, ну все, машинка уже добирает воду. Сейчас порошок вроде бы хорошо смылся. А нет, вот здесь немного осталось. Ничего страшного. Все, начинается процесс стирки. Все начинает намокать. Ну, порошок в целом я этот один раз пробовал. Ну, имею в виду именно этот порошок. Так, до этого я говорил, что у меня уже был такой порошок в том году. Вот, и в целом он мне понравился. Вот, хотя, когда у меня тот был порошок в том году, он не сильно пенился, а этот немного другой. То есть он довольно-таки хорошо пенится, вот, никак, который у меня был... Не знаю, может, это связано с тем, что это аквапудра. Вот, тот же у меня был порошок просто масло, что не аквапудра. Вот, ну не знаю. Все намокает. Ну, воды, в принципе, достаточно. Хотя я бы еще бы налил. Так, ну у нас начинается насыщение, как я это называю. Вот, потому что, в принципе, оно и есть. Вот. Да, видно, уже пена здесь появилась. Вот. Да, не очень люблю, конечно, пену при стирке. Мне это вообще не нравится, но... Здесь она есть. Час 09 время. Да, ну, конечно, куча пены. Прям я эту пену ненавижу. Меня так бесит, конечно. Ой. Бесит, конечно, эта машинка. Честно, я ее хочу уже поменять на что-нибудь. Просто тупо. Хоть ее распродать по запчастям. И, не знаю, вернуть свою старую, заместо нее поставить. Или купить LG. Ну, реально. Да, я говорил, в начале стирки я говорил, что воды достаточно. Теперь я забираю свои слова обратно. И... Да. И, как видим, воды вообще нет.
То есть вещи просто нам намокшие, они просто так крутятся. Это меня бесит, конечно. Ой, да. Конечно же, она не доберет. От нее такого даже и ждать лучше не надо. Это только в мечтах. Поэтому да. Продолжается у нас стирка. Уже она догрела до 60, уже стекло такое. Я бы не сказал, что 60, но градусов 50, наверное, есть. Вот. Ну, воды я сам добавил, потому что ее было нереально мало, поэтому я добавил. Хотя я не люблю добавлять, но в этот раз добавил, потому что ее было реально мало. А, включился как раз-таки перед сливом. Вот 50 минут она уже сливает. Ну да, вода такая, не сильно, конечно, горячая, но, как говорю, градусов 50 где-то. Сейчас будет первый промежуточный отжим. Начинает раскладывать. Да, не очень хороший расклад, видно прям сильный дисбаланс, но надеюсь, у нас таким не пойдет. Но нет, зря надеялся, она пошла. Да, как по мне, дебилизм полный. Да. Ну, хотя в целом дисбаланс сильно, но машинка не трясется. Чуть-чуть, если только вибрирует, а так не трясется. Ну, встретимся уже на первом полоскании. Так, ну все, началось первое полоскание. Машинка отжала. Вот, ну, быстро она отжимает, потому что без супер полоскания. Если бы было выставлена функция супер полоскания, то она бы долго отжимала. Вот. Сейчас она наберет, и думаю, можно будет добавить уже кондиционер. Вот. Я его еще не добавил просто. Вот. Вода она тоже не так прям сильно много набирает, как на ежедневное суперполоскание, но где-то вот столько, наверное, как я помню. Видите, вода прям прозрачная и почти без пены. Это довольно-таки хорошо. То есть всего только первое полоскание, вода вот такая уже прям чистая. Хотя постельное довольно-таки очень грязное было. Вот, потому что я его давно не стирал, особенно вот это одеяло. Но вода видно прям такая. Ну, видно чуть-чуть прям мутная, не такая прям чистая, но не мыльная. Хорошо. То есть это значит, что порошок прекрасно выполаскивается. Вот. Ну, сейчас я думаю, добавлю кондиционер как раз-таки. Вот.
Ни разу не использовал. Хочу попробовать. Сейчас солью воду и, соответственно, налью кондиционер. Ну, вот столько кондиционера я буду использовать. Вот, у меня там еще полный. Вот, не сильно прям так уж и много, и не сильно мало. Ну, даже можно чуть-чуть меньше, потому что, в принципе, ну, хорошо пахнет. Тут столько добавлю. Вот. А вот столько, как раз до максимума. Все. Вот. Потому что интересно попробовать. Я еще просто ни разу не пробовала. Стоял в запасах, но уже начну потихоньку использовать. Сейчас только налил. Все, ему будет достаточно. Вот. Ну, пока первое полоскание. Но я думаю, встретимся уже на финальном полоскании. Вот. Потому что, ну, в принципе, зачем снимать второе полоскание. Вот. Поэтому встретимся на финальном полоскании. Так, ну, началось у нас финальное полоскание. Смывается наш кондиционер. В принципе, смывается хорошо. Без остатков. Ну, мы еще после стирки посмотрим. Вот. Кондиционер, я напомню, Lenor. Все. Вещи намокают. И, соответственно, появляются капельки на стекле. Вот такие вот. Это означает то, что мы... означает то, что... барабан уже попал в кондиционер. Восемнадцать минут осталось. Конечно, посмотрим. Потом я, так сказать, как закончу, так сказать, этот Lenor, я про него... хочу, так сказать, вам тоже рассказать. И, соответственно, как закончится, выскажу свое мнение. Потому что довольно-таки интересно, мне кажется. Интересный кондиционер, как по мне, вот. Ну, по крайней мере, для меня. Поэтому после того, как он у меня закончится, обязательно про него еще расскажу. Поговорим, так сказать. Вот. Вот, ну, финальное полоскание, в принципе, как обычно, вот все идет. Вот, ну, на этом я уже буду заканчивать, вот. Прощаюсь уже, наверное, точно будет. То есть больше видео уже не будет выходить с этой машинкой. Следующее видео, наверное, выйдет уже с моей второй машинкой F843 Samsung. Вот. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Желаю всем удачи. Всем пока.